Здравствуйте, дорогие мои друзья! Это один из садовых центров Лондона. И сегодня я покажу вам прекрасный обзор ампельных пеларгоний, друзья. Здесь представлены сорта серии ПАК. Такого я еще здесь не видела никогда. Вернее, я не была в этом садовом центре никогда. И никогда вживую я не видела всех представителей серии ПАК. И сегодня у вас есть возможность посмотреть все со мной. Потому что иногда люди имеют пеларгонии и не знают, какие сорта у них. Посмотрев это видео, вы сможете распознать свои пеларгонии, свои ампельные пеларгонии и знать, как они называются. Итак, давайте начнем. Вот такая вот красота встретила меня сразу при входе. Видите, какая пеларгония? Это сорт Мексика Нерин, друзья. Это сорт Мексика Нерин. Вот такие они. Давайте присмотримся к цветам. Давайте присмотримся к листьям. Вот это они и есть, друзья. Какая у них листва. Листва такая вот округлая. И цветы белые с такой нежной малиновой полосочкой. Вот одно растение я уже отложила для себя. Видите? Вот такая вот листва. И такие вот цветочки нежные. Это сорт Мексика Нерин. Рядом, друзья, к сожалению, нету цветов распустившихся, но есть сорт Пак Томи. Видите, Пак Томи. Давайте посмотрим, какое растение. Пак Томи имеет вот такие вот листья. Бутоны. Бутоны опушенные, друзья. Вот это и есть Пак Томи. Здесь пересорта не может быть в этом садовом центре. Бутончики. К сожалению, нету с распустившимися цветами. Ну ничего. Давайте пройдем дальше. Эти пеларгонии не сильно махровые, но я покажу вам, как название этого сорта. Это сорт Royal Scarlet. Это не серия ПАК, но все равно они здесь продаются. Так, вот эти вот цветы такой вот окраски. Двухцветные такие. Это ПАК Мексика Руби, друзья. Вот это все они и есть. Мексика Руби. Давайте посмотрим на листву. Листва вот такая у этого сорта. Есть четко выделенная зона, и листва как будто бы кудрявая немного. Вот и здесь такая же листва, видите? Вот это вот растение с распустившимися цветами. Вот такая вот листва. Это все Мексика Руби. Дальше светло-лиловые цветы. Прекрасные светло-лиловые цветы. Вот такие вот. Сорт Royal Lavender. Посмотрим на кустик. Какой кустик у Royal Lavender? Тоже такая выраженная зона. Сильно рослый куст. Цветы вот такие. Видите, распустившиеся какие цветы. Такие же листья. Royal Lavender. То есть, получается, это серия Royal. Но вот здесь вот я нашла полянку с пеларгонией Пак Томи, друзья. Видите, какая она? Это реальная передача цвета. Бархатистые такие цветы. Черные, просто черные. Вот это Пак Томи. Посмотрим, как снаружи выглядят. Лепестки вот такие. Они тоже темные. Вот
такие вот цветы. И вы видите, какая листва у этого сорта. Вот такая листва. И такие чудесные цветы. Друзья, белоснежные цветы. Видите, такая листва. Это сорт Бланче Роше. Это сорт Бланче Роше. Это все он. Вот такие вот кустики. Тоже сильно рослый сорт, друзья. Бланче Роше. Рядом, друзья, сорт Пак Кейт. Смотрите. Вот такие вот прекрасные цветы. Видите, какие? Это она и есть, Пак Кейт. У меня есть такие пеларгонии. Просто я долго сомневалась, они или не они. А теперь я знаю точно. У меня Пак Кейт, друзья. У меня Бланче Роше. У меня множество из этих пеларгоний, которые я покупала без названия. Но по листьям и по цветам это стопроцентная гарантия, вот, что это серия Пак. Думаю, это видео очень ценно и для вас, друзья. Есть здесь еще сорт Пак Ами, друзья. Сорт Пак Ами. Тоже очень много фотографий на Фейсбуке есть, где Пак Ами бывает различных видов. И для меня это было загадкой, какой он Пак Ами. А он такой, видите? Это все здесь точно. И здесь ошибки быть не может. Вот такие малиновые цветы. Вот это и есть Пак Ами. Видите, у меня тоже есть такая пеларгония. А листва вот такая, округлая. И это сильно рослый сорт. Я сейчас вам покажу растение. Просто достану одно растение. Вот. Видите, Пак Ами. Еще одно. Посмотрим. Вот. Пак Ами. Малиновые цветы. И это тоже Пак Ами. Вот листья такие. Вот такая вот пеларгония есть у меня. И прислали мне ее пересортом, как Blue Sibyl. Но это не Blue Sibyl. У меня Пак Амелит. Как и здесь. Вот, друзья, так выглядит сорт Пак Амелит. Вот такие вот цветы, вот такие вот листья. Это все Пак Амелит. Здесь вы видите. Пак Амелит. Это все она, вот такие вот цветы. Видите, какие листья, какие прекрасные такие цветы, сиренево, как бы фиолетовые, Пак Амелит. А рядом Пак Ами, я уже вам показывала ее, но все-таки очень я рада, что увидела в этом садовом центре эти пеларгонии, потому что сейчас, после всего этого, что я увидела сегодня, я уже знаю имена своих пеларгоний. И, возможно, это видео, друзья, поможет и вам. Если вы считаете это видео полезным, если оно вам помогло, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. У меня будет множество интересных видео для вас с различных садовых центров, с моего сада. Вы увидите много всего интересного. Огромное спасибо всем вам. Пока-пока!